Всем привет! Меня зовут Владимир Петров, и вы смотрите очередной выпуск «Кинохроники» на Интер-ТВ. Сегодня в выпуске. Студия Fox планирует снять еще один фильм об Эркюле Пуаро. Джаник Файзиев покажет всем легенду о Калаврате. Ридли Скотту исполнилось 80 лет. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. На прошлой неделе стало известно, что студия Fox после успеха картины «Убийство в Восточном экспрессе» намерена продолжить серию экранизаций романов Агаты Кристи. Следующей лентой этого проекта студии станет «Смерть на Ниле», поставленная по известной одноименной книге. Пока не уточняется, вернется ли актер Кеннет Брана к роли Эркюля Пуаро и будет ли он режиссировать новую картину, однако переговоры в этом направлении ведутся. Стоит напомнить, что это будет не первая экранизация романа «Смерть на Ниле». В конце 80-х роль Пуаро в одноименной картине исполнил Питер Устинов, а в середине нулевых в телеэфир вышел соответствующий выпуск сериала «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше. Также из неофициальных источников стало известно, что Джуд Лоу получил предложение от студии Marvel. Речь идет об одной из главных ролей в предстоящем проекте под названием «Капитан Марвел». По задумке продюсеров, Джуд Лоу должен сыграть роль доктора Уолтера Лоусона, который станет наставником главной героини в исполнении Бри Ларсон. Действие этого фильма разворачивается во вселенной Марвел, однако еще до появления Железного Человека. Так что из старых персонажей на экран, возможно, вернется только Ник Фьюри в исполнении Сэмюэля Л. Джексона. Перейдем к наиболее любопытным новинкам недели, две из которых представлены российским кинематографом. Речь в первую очередь идет об историческом фэнтези Джаника Файзиева «Легенда о Калаврате», а также о документальной ленте «Про рок». Сюжет ленты «Легенда о Калаврате» описывает события, произошедшие на Руси в 13 веке, когда рязанский воевода Евпатий Калаврат дал бой хану Батыю и его монголо-татарскому войску, имея при этом лишь малую дружину. Считается, что сам Батый был столь поражен смелостью и умениями Калаврата, что, убив, наконец, своего соперника, был по-настоящему опечален и отдал рязанскому воину всевозможные посмертные военные почести. Картину «Легенда о Калаврате» снял режиссер Джаник Файзиев, известный по таким проектам, как «Остановка по требованию», «Российская империя», «Турецкий гамбит» и «Август 8-го». Роли двух непримиримых врагов, Калаврата и Батыя, исполнили молодые и не слишком известные актеры Илья Малаков и Александр Цой. Но в целом актерский состав более чем привлекательный. Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший, Александр Ильин-старший, Тимофей Трибунцев, Андрей Бурковский и другие. Документальная лента «Про рок» изначально задумывалась как история восхождения трех молодых уральских рок-групп под протекторатом Владимира Шахрина, Сергея Бабунца и Александра Пантыкина. Однако по финансовым причинам съемки затянулись, а успехи выбранных музыкантов за это время не оказались такими уж выдающимися. В итоге у режиссера-документалиста Евгения Григорьева получился фильм о потерянном поколении, разрушенных мечтах и проблемах творческой молодежи. Лента «Про рок» получила несколько престижных российских наград и была очень позитивно отмечена критиками. Также на этой неделе стоит обратить внимание и на представителей западного кинематографа, боевик «Иностранец» и драму «Дыши ради нас». Лента «Иностранец» рассказывает историю ветерана Вьетнамской войны, отошедшего от дел, на глазах у которого в результате теракта погибает дочь. Видя, что власти не спешат расследовать это преступление, разъяренный отец начинает своими способами добиваться справедливости. Эта картина примечательна в первую очередь тремя именами. Во-первых, ее режиссером выступил Мартин Кэмпбелл, автор лент «Маска Зорро» и «Казино Рояль». Во-вторых, две главные роли исполнили Джеки Чан и Пирс Броснан. В картине «Дыши ради нас» рассказывается реальная история британского адвоката Робина Кавендиша, который в возрасте 25 лет заболел полиомиелитом, вследствие чего был практически полностью парализован. Несмотря на столь страшный диагноз, Робин прожил долгую счастливую жизнь, разработал несколько принципиально новых медицинских аппаратов, а также приспособлений для больных. Кресел, телефонов и других электроприборов. Роль этого смелого и мужественного человека исполнил Эндрю Гарфилд, а его верную супругу сыграла Клэр Фой.
В этот четверг 80 лет исполняется одному из самых легендарных продюсеров и режиссеров Голливуда, обладателю различных престижных премий, создателю вселенной «Чужих» и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотту. Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года в Англии в семье армейского офицера и актрисы. Обе профессии родителей требовали частых переездов, поэтому свое детство Ридли провел, разрываясь между Англией, Уэльсом и Германией. С ранних лет творчество полностью занимало ум юного Скотта. Он обожал рисовать и в итоге после окончания школы поступил в Лондонский королевский колледж искусств. В 1968 году Ридли снял на 16-миллиметровую пленку свою первую короткометражку под названием «Мальчик на велосипеде». После успешного окончания колледжа Ридли Скотту удалось устроиться на место художника-декоратора на английский телеканал BBC. Однако подневольная работа казалась молодому дарованию не слишком привлекательной, и Ридли организовал собственную студию, где стал набивать руку на производстве музыкальных клипов и рекламных роликов. В 1977 году 40-летний режиссер снял свой первый полнометражный фильм «Дуэлянты», который произвел фурор на Каннском фестивале. Уже через год Ридли Скотт получил предложение, от которого нельзя было отказаться. Так на экранах появился «Чужой». Впоследствии Ридли Скотт снял еще немало кассовых хитов или картин, ставших со временем культовыми. Среди них «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Ганнибал», «Царство небесное», «Прометей», «Марсианин» и другие. 80-летний юбиляр совсем недавно закончил работу над картиной «Все деньги мира», к пересъемкам которой ему еще, возможно, предстоит вернуться из-за скандала вокруг актера Кевина Спейси. Ближайший запланированный проект Скотта – новая часть франшизы «Чужой завет». Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Это интересно» мы сравним киновоплощение трех собак, стоявших на страже закона и оберегавших своих хозяев от бандитских пуль. Речь идет, конечно же, о нашем советском Мухтаре, об европейском комиссаре Рексе и об американском полицейском псе Джерри Ли. Художественный фильм под названием «Ко мне Мухтар» был снят в стенах Мосфильма и выпущен в советский прокат в 1964 году. В фильме рассказывается история овчарки по кличке Мухтар, которая попала в руки младшего лейтенанта милиции Глазычева и в итоге стала незаменимым помощником Глазычева, приняв участие во многочисленных милицейских операциях и задержаниях. Прототипом Мухтара считается настоящий милицейский пес по кличке Султан, который проработал в органах более 10 лет. За это время он помог задержать более 1000 преступников. После смерти Султана его чучело было выставлено в музее Ленинградского уголовного розыска. Там с его судьбой познакомился писатель Израиль Мэтр, который после долгих исследований и нескольких встреч с бывшим хозяином Султана написал повесть «Мухтар». Она-то и легла в основу фильма Семена Туманова. Во всех ключевых сценах фильма сыграла собака одного из поклонников повести «Мухтар», который готов был предоставить для съемок своего умного исполнительного пса по кличке Дейк. Также на площадке присутствовали два взрослых пса, предоставленных МВД, и один щенок, найденный по объявлению. Картину «Ко мне Мухтар» в СССР посмотрело почти 30 миллионов зрителей, а кличка «Мухтар» стала в стране нарицательной. Главным героем сериала «Комиссар Рекс» является полицейская немецкая овчарка, которая принимает участие в различных операциях и поимке преступников на территории столицы Австрии – Вены. Своим появлением этот сериал обязан актеру Тобиасу Моретти, который пришел на кастинг детективного проекта о полицейских с псом. Тобиас смотрелся со своим питомцем так гармонично, что у продюсеров возникла идея внести в сценарий персонаж полицейской собаки, который постепенно стал главной звездой этого телешоу. В итоге сериал продержался в эфире центральных европейских каналов в течение 10 сезонов, а затем после 4-летнего перерыва вновь вернулся, на этот раз уже в Италии. Первым комиссаром Рексом стала немецкая овчарка Санта фон Хаус Зишельмайер. Эта собака была выбрана из 40 претендентов в условиях сурового кастинга, который проводился за полгода до начала съемок. Санта фон Хаус отработал в сериале 5 полных сезонов, после чего вышел в отставку, будучи замененной другими псами. К тому моменту это была одна из самых богатых собак в мире. Комиссар Рекс выходит в эфир европейских телеканалов и по сей день. На данный момент этот пес считается одной из самых известных собак в мире, а имя «Комиссар Рекс», как и «Мухтар», стало нарицательным. В
1989 году в прокат был выпущен фильм «К-9. Собачья работа» с Джеймсом Белуши в главной роли. Точнее, в главной человеческой роли, ведь это картина о напарниках, работающих в полиции, Майкле и его собаке Джерри Ли. По сюжету вместе они находят большую партию наркотиков, а в конце фильма при задержании преступника тот стреляет в Джерри и ранит его. Однако врачи в итоге спасают собаку. Немногие знают, что у пса Коттона, сыгравшего Джерри Ли, судьба сложилась аналогично, только не с таким хорошим концом. Коттон был по-настоящему служебной собакой и работал в полицейском департаменте города Канзас-Сити. Совместно с напарником, офицером Паттерсоном, он совершил более 24 задержаний преступников. А в начале ноября 1991 года стал настоящим героем, когда обнаружил более 10 килограммов кокаина на сумму $1 миллион. Однако уже спустя несколько недель смелый пес был застрелен при аресте преступника, подозреваемого в убийстве полицейского. Поэтому в продолжениях этого фильма Коттон уже не появляется. К съемкам этих лент активно привлекали собак самого Джеймса Белуши, чтобы не тратить время на длительный процесс знакомства и притирки наемных собак и актера. На сегодня это все. Смотрите кино. Пока!